Самое главное мне интересное дело было в детстве – это приручить дикое животное и сделать его домашним. Я все время приводила домой там всяких кошек, собак, я лечила их, и всегда получалось. Я и по жизни так с людьми то же самое. Меня всегда окружают люди, которые прошли через очень многое, они очень такие, как дикие животные. Мне именно и нравится, что вот находить таких людей, как-то давать им какой-то свет в их жизнь, надежду, ласку, тепло. Это вот именно и есть я. Лично моя мечта – это оставить какой-то след. Потому что, ну, когда мы уходим, в принципе, мы не можем забрать с собой ни какие-то ценности, ни даже наши знания. Вот, а оставляем только о себе какую-то память. И память, она заключается в наших хороших деяниях. Это группа поддержки Жени. У вас есть какие-нибудь заготовки? Если есть, то какие? Продемонстрируйте. Жека звезда, скажите ей да! Это меня довидит, но я говорю да! Удачи вам! Поддерживайте как следует. Ждем Жеку. Мне жарко. Мне жарко. Я танцевала в клубе, боже, как было жарко. Я попросила Колю, чтоб на меня дул. Он типа меня не понял и развернулся с фразой: ах, тебе еще дует, do it yourself, girl. Дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй. Do it yourself, girl. Я зажигала в Каннах, боже, какие фонтаны. Нас обливали диджейс, we dance all night on the beach. Я снова притерлась к Коле, дуй, прошу, до упаду. What, you want me to do it? Do it yourself, girl. Дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй. Do it yourself, girl. Я зависала в Дубае, туса покруче Майами. Пальмы и падишахи, рядом придурок мой. Но зной, блин, пустынной природы. Главное, тут воздух свободный. Коля опять накрошился. Do it yourself, girl. Дуй на меня, дуй. Дуй на меня, дуй. Дуй на меня, дуй. Мне жарко. Дуй на меня, дуй. Дуй на меня, дуй. Дуй на меня, дуй. Do it yourself, girl. Спасибо. Вопрос у нас только один. Где человек из профайла? Ну я, это я. Она не смогла? Я просто такой человек, я всегда меняюсь. Я люблю перевоплощаться в разные образы. Это все я. Я говорю на разных языках, подражаю разные акценты, пишу совершенно разные рассказы, книги, истории, песни. Все мои песни очень разные. Да вы, это нет, одна да из вы... самых легкомысленных. Я понял. Ну, нам ее хватает для того, чтобы оценить как бы общий уровень. Нет, я ее просто привезла вам, потому что у вас здесь очень холодно. У вас, нет, прекрасный вкус. Вы знали, чем нас зацепить. Сергей Юрьевич вот с самого начала песни начал дуть. До сих пор немножко так это веет. Немножко. Что сказать? Ну, хотел сказать, что сказать вам на прощание. Прям так. Ваше присутствие на этой сцене, особенно после этого профайла, это просто срыв башки. Чей? Выбирайте. Ну, в общем, не надо много говорить. То есть я уже как бы проголосовал. Почему-то у нас все обнулилось тут. О, спасибо. Упала вишенка. Ну, друзья, вы хотите высказаться? На мой взгляд, просто не туда попал этот номер. Это клубный номер, который не должен соревноваться, а просто предъявляться публике. А она аплодирует, хорошо, не аплодирует, тоже имеет право. Сергей Юрьевич, извините, я вас перебью, но нет таких клубов уже. Их просто сейчас уже нет. Ни в каком клубе это показать нельзя. Кроме «Что, где, когда».
где есть музыкальная пауза, и люди хотят просто выйти подышать холодным воздухом. Я рад, что хоть кто-то знает жизнь. Ну просто вы там такая шли настоящая, вся такая героическая, у вас даже есть благотворительный фонд. И тут вы такая вот вышли... Что-то я не пойму, для чего это вы тут хотели нам спеть? Нет, секундочку, я никакой не моралист. Ну, что-то как-то я не знаю. Мне кажется, рано... Нет, поздно начинать. Вот с этими дуновениями. Простите. Жека, вы, увы, не прошли в проект. Желаю вам всяческих удач. Спасибо большое. Спасибо вас вам... увидеть, это уже достаточно. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вам, уважаемые жюри. Жюри разделились. Если будет 2 и 2, вы сами становитесь людьми, которые решают свою судьбу. Понятно, да?